ужин готов. Да, да, иду. Итак, что тут у нас? Еда, да? Что? Ты серьезно? Сразу проснулся и... Конченый наркоман уже. Да ему конец. Его мозги, они вытекут снаружи, да? Это просто ужас. Печальное зрелище. О, свет. Окей. Сейчас будет ужин. Не волнуйся. Ничего нет. Макароны. Ням-ням. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Я и так знаю. Вижу, как они тут живут. Чего застряло? Есть будем или как? Ну, я уже дал тебе еду. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за робота. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чего вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Это ясно как день. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Страшный дядька. Ну, он наркоман. Взяла и свалила от меня, шлюха. Ой. Ага, будем ломать. Окей. Вот и все. Свобода. Ну что, действуем, да? Защитить Алису. Утихомирить Тодда. Это возможно? Наркомана этого? Мог жить нормально. Была ведь семья, но нет! Ну попробую. Ей всегда было на меня насрать. Нельзя ее трогать, она же... Могу и тебе ответить.
Лучше не лезь. Алиса! Папа очень зол! Надо помочь ей. Ага, у Тодда был там оружие, я помню, да? Давай возьмем. Где это? Да-да-да, вот здесь, вот сейчас. О! Надо успокоить этого дядьку. Тебе полезно. Хватит! Прекратите. Ты что, охренела? Давай стреляй в ногу. В ногу убери, стреляй. Пушку и вали отсюда. Давай стреляй. Это приказ! Нет! Оставьте ее в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? А что ты сделаешь? Типа ты в меня выстрелишь? Да, в ногу стреляй. Да? Блин. Ты, кажется, поломалась. Ну ничего, сейчас починим. Ой, не попал. Давай, 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 беги, беги. Берегись, Кэра! О! Иди сюда, тварь! Да же... Блин... Не надо, не трогай! Отойди от нее! Ты моя, и ты будешь подчиняться! Давай, давай, не успел, зараза! Сраная машина! Я тебе покажу, как не слушаться! Эта мерзавка моя с потрохами! Моя! Ну пока, жестянка! На этот раз в ремонт вставать не буду! Вот черт! Вот этого я не ожидал. Алиса? Кера, давай. Валите отсюда. Бежим. Куда нам? Автобус, да? Давай автобус. Черт, просто убило. Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом.
А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, бросьте, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Давайте я посмотрю на себя в зеркало. Какой? Маркус, вот он. Ну. Вот. Ну а как, птички? Как вы? С вами все хорошо? Да. А я один пойду. Ты что, собрался пить в одиночку, Маркус? Да, конечно. Простите, Карл, сейчас. Я так и сделал. Но нельзя. Жаль. Ну, пойдем. А может, тебе водку? Виски, как всегда? Нет, водку. Ну, конечно. Давай водку. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. Налить. Ну хорошо, Карл. Выпьем. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Ну, давай, посмотрим. Полиция, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. А может, не надо? Если там вор, то он мог быть не один. А Карл, он известный человек, как я понимаю. А если они с оружием? А давай только андроид пойдет. Маркус, нет, я с тобой. Вот, вижу. Вижу его. Лео, ты глянь, кто здесь, папина любимая кукла. Лео, что происходит? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь. Ну ладно, попробую. Предупредить. Хорошо. Я оповестил полицию. Вам надо уйти, чтобы избежать неприятностей. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! И а что в нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл? Ударь меня. Ты человек, а? Ну давай. Хватит. Че стоишь, засал что ли? Хватит, Лео. Хватит. Ну что, боишься меня бить? Ну ладно, ломаем я на этот раз тогда. Конечно, я совсем забыл, ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, Лео, не трогай вот его! Что. Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Да отвали ты, зараза! Пошел! Вот блин! Вот это плохо. Лео...
О, Господи. Лео. Мальчик мой. Карл, я... Они тебя теперь уничтожат. Тебе надо бежать. Спасайся! Уходи! Быстро! Вон! Маркус! А ну, стоять!